яблони колоновидные. На данный момент, значит, сейчас время цветения яблонь. Значит, у меня цветет китайка красная. В прошлом году она намного обильнее цвела. И в прошлом году она дала урожай. Поэтому в этом году, видимо, выбилась она из сил, но жива. И это единственная яблоня, у которой вызрела верхушечная почка. И вот он пошел вверх опять побег. У остальных яблонь верхушечная почка не сохранилась. Значит, это яблоня сорт джин не цветет. Значит, следующая яблоня, которая тоже не цветет, это валюта. И пока непонятно, как они будут расти из-за отсутствия вот этой вот верхушечной почки, как они решат определяться с ростом. Так, следующая, которая вот немножко цветет, это московское ожерелье. Такая она сейчас. А вот эта яблоня тоже цветет немножко. Может быть, хоть одно яблоко удастся попробовать. Уже отцветает. А вот еще вот бутончик есть. Ну, вроде бы и все. Это стрела. Вот эта яблоня, кстати, когда я выбирала сорта, вот эта яблоня мне показалась самой перспективной и интересной, этот сорт. Так, и последняя яблоня, которая, как выяснилось, не очень хорошо перезимовала. Вот у нее подмерзла верхушка. А верхушка была тля. А я с ней никак не боролась. И вот, видимо, все-таки она слишком сильно высосала этот проводник. Поэтому тут он вот до сих пор живой. Но почки распускаются вот только здесь. Это сорт Останкино. То есть получается, что она перезимовала там, где был снег. То есть выше уровня снега она не перезимовала. Но тоже жива, тоже посмотрим, не цветет. Посмотрим, как она. И вот на ней опять полно тли. Ох, надо обрабатывать. Значит, ну, траву я оборвала и тут же бросила. Так называемая активная мульча. Будет еще трава, буду еще бросать. Вот. Может быть, не очень эстетично, но зато дешево, надежно и практично. Пока все, склоновидные яблони.